Простите. Простите? Скизмо. Как думаешь, Рэй скоро приедет? Предлагаю его не дожидаться. Прости, друг. Сюда. Берегись! Черт! Опять они! Черт! Осторожно! Господи! Снова это не дали! Черт!
успеем, Сэму плохо придется. Yeah.
Берегись! Живой? Да. Поехали отсюда. Ну, вроде все тихо. Ага. Ну-ка. Род Деус Куат Лисенти. Ну, это совсем не сложно. За Бога и свободу. Это их девиз. И все отсылки к раю сразу было ясно. Я вижу, у вас все хорошо. Лучше, чем хорошо. Мы нашли Либерталию. Либер чего-чего? Либерталия. Эвери основал легендарную пиратскую колонию. Ну, скорее даже пиратскую утопию. Так, ну а что сокровище? Короче, по легенде, это была тихая гавань для сотен, а может и тысяч пиратов. И у них было все общее. Ресурсы, имущество. И деньги. И все ценное они хранили в общей казне. Хорошо. Но... И где этот оплот пиратского коммунизма? Вот здесь. На острове. Северо-восток от Кингсбэя. И у Рейфа есть копия. Ну, пока он разберется, что к чему, мы уже отыщем Либерталию. Говорю тебе, сокровище уже, считай, у нас... Как твоя работа в Малайзии, Нейт? Ты слегка сбился с курса. Елена, это не то, что ты думаешь. Правда. Я вот тут думаю, что вы охотитесь за сокровищем Генри Эвери. И судя по тому, что тут повсюду солдаты, вы не единственные охотники. Ну да, в общем... Это именно то, что ты думаешь.
Но я все объясню. Правда, звучит как бред. Ну-ка. Ну, во-первых, это Сэм. Сэм Дрейк. Мой брат. Здрасте. Извини. Я думал, он погиб в панамской тюрьме. Но вот, как видишь, ошибался. Он просидел там целых 15 лет из-за меня. Тот, кто его вытащил, хочет много денег. Единственный шанс достать их – сокровище Эвери. Но хорошая новость. Мы его нашли. На острове, совсем рядом. Так, стоп. А вообще, была работа в Малайзии? Ну, я... Ясно. Стой, погоди. Елена, стой! Я не понимаю. Я хотел тебе сказать. Знаешь, хватит. Хотел, правда. Но вот как? Да словами, через рот. Я хотел тебя защитить. Вот не надо, Нейт. Ты просто струсил сказать правду. Опять. Я же знал, как ты среагируешь. А ты бы как среагировал? Ты же врал мне. Так долго. Если б ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. Кто же ты? Да ладно. Я — это я. Ну я же. Сейчас все по-другому. Господи. Я его спасаю. Плевать мне на это сокровище. Я видела, с каким лицом ты сюда зашел. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. У меня самолет. Поступай, как знаешь. Эй, что ты делаешь? Беги за ней. Мы не закончили. Так пора бы уже. Это как понять? Можно найти другой способ помочь Сэму. Например? Сделать ему документы на другое имя или спрятать где-нибудь. Он провел в тюрьме 15 лет. Не будет он прятаться. Так, ладно, бегом мириться с женой. Либерталию будем искать мы с Сэмом. Без меня. Да вас обоих мигом прихлопнут. Да ну. Сынок, я давно в этом бизнесе. Я знаю, что делаю. Хочешь быть полезным, Салливан? Иди присмотри за ней. Как прикажешь. Тебе помочь? Не надо. Иди собирайся.